Ты что, что плачешь? Что случилось? Да пускай плачет, да подожди, плачет. Да подожди, подожди. Еще же ничего не случилось, еще куча вариантов, шансов. Смотри, успокойся. Я настоящие отношения. Функция проекта – построить свою любовь. Мы построили отношения, мы нашли друг друга. Мне молодой человек сделал предложение. Мы сейчас будем готовиться к свадьбе. Да делать ты не докажешь, заниматься любовью. Тебе понятно, потому что ты бессердечная. И сделала свой определенный вывод, в тебе разочаровалась. Вот. Что касается, у меня много вещей. Мне нужна тумбочка, мне нужен шкаф. Правильно? Я девочка. Да претендуйте на комнату. Я претендую на комнату. Не факт, что мы, ребят, предвзяты отношения к нам. Нас не любят. И из-за этого просто специально, просто принципиально против Димы и Рапунцель. Понимаешь? Я сильно рада, во-первых, опускаешь руки. Во-вторых, не ищешь выходов. Сегодня у нас заселение, но...